Всем огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мои пустые баночки за прошлый месяц. Наливайте себе чаек, кофеек и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Вы знаете, на этот раз закончилось очень много интересного, разнообразного, разнопланового. Ну что, начнем с уходовых продуктов за лицом. Закончилось несколько умывалок. И первое это от компании Тиандэй из серии Фукаидан. Молочко для очищения лица, шеи и зоны декольте. Такая интересная у этого продукта консистенция, приятнейший аромат. А вот консистенция, знаете, каждый раз я даже немножечко приятно удивляюсь. Такое какое-то молочко, и оно пенится, превращается в пенку. Это что-то гель-молочко, но называется все-таки молочко. Отлично очищает, освежает кожу, и мне нравится вот этот аромат и сама консистенция. В общем, довольна этим продуктом, закончилось. Следующее средство для умывания – это от Marie Kay из серии Botanical Effects. Гелеобразный продукт, тоже с интересным ароматом, гель, который нужно хорошо распенить и, в общем-то, потом хорошо смыть, потому что довольно-таки такая плотненькая консистенция у этого продукта, и нужно совсем мало, но, в общем-то, потом нужно и хорошо и смыть эту пену, если переборщил с продуктом. Следующий продукт – это Love Nature. С ароматом органического апельсина. Такой гелеобразный тоже продукт. Ну, не сильно, какой-то химозный немножечко, на мой взгляд, аромат апельсинчика. Но тоже очищает. В основном вот этим продуктом пользовалась дочка и, в общем-то, закончила его. Закончилось несколько тоников. После умывания у нас идут тоники. Первый тоник это вот такой вот от Nivea с распылителем. Дочка пользовалась. Увлажняющий мисс тоник для лица органическая роза, но нет в нем такого выдающегося аромата розы, кто именно любит вот аромат сам розы. Ну по мне тоник как тоник для чувствительной кожи, ну вот обычный тоник. Следующий тоник закончился вот такой вот, это у нас он идет без распылителя. Это я к нему приделываю такой распылитель. И, в общем-то, тут еще пробка. Снимаю пробку, одеваю распылитель и вот так использую. В общем-то, вот закончился еще один тоник. И по тоникам даже это еще не все закончился. От Тиандэй лосьон для лица многофункциональный. У меня вот тут даже он в коробке, потому что открыла новый. Тоник вот этот вот, вы знаете, в стекле. Он такой жидкий. Лосьончик. В нем есть небольшое содержание спиртика, если когда кожа начинает как-то лосниться. Вот как раз-таки этот тоник в весенне-осенний период, да даже зимой. Отлично. Но у многих и летом есть такая вот какая-то сальность, блеск, жирность. В общем, этот тоник люблю. И это у меня такое сос-средство для моей кожи, которое мне отлично помогает. Далее. Закончились мной очень любимые гидрогелевые патчи от компании Тиандэй, серии Океан Рич. Классные, клевые. Мне очень нравится, как они работают с областью под глазами. Отлично увлажняют, разглаживают область под глазами. В общем, довольна. Из масочек. Серия Master Herb. Эта дочка пользуется, очищает область носа от черных точек, бамбуковый уголь. Ей очень нравится. Говорит, классно чистит, в общем, довольна. Следующая вот такая мини-маска закончилась у меня. Это крем-маска для лица пептидная. Вот такая вот крем-масочка. Я когда наношу патчи, наношу на остальную зону лица, шеи и декольте, какую-либо маску. И у меня получается, что расход масок кремообразных тоже в ходу. И вот если по кремообразным маскам закончилась вот такая вот маска, я ее разрезала до конца. И это у нас Eva Mosaic. Впервые вообще пользовалась такой маской. Это разглаживающая маска, кремообразная, с еле уловимым, приятным таким слегка ароматом. Кремообразная, в общем-то, она на увлажнение. Ну, хотя здесь, знаете, и пептиды, и ретинолы, и коллаген, и гиалуроновая кислота. Не знаю, как это все вместе сочетается, но отлично вроде как увлажняло
кожу лица. Закончилось несколько тканевых масок. И недавно на канале у меня было видео про мою коллекцию тканевых масок, которыми нужно активно пользоваться для того, чтобы был эффект на лице. Но здесь уже, конечно, надо, знаете, время выделить. Уже, знаете, если тут патчи нанес и маску, можно есть, пить, завтракать и все остальное, то с тканевыми масками нужно уже, знаете, немножко танцы с бубнами сделать. Уже полежать, расслабиться, порелаксировать. Так, ну, в общем-то, закончилась вот такая вот маска. Что-то я делала, что-то дочка. Love Nature антиоксидантная тканевая масочка вот такая. Потом Detox матирующая 3D маска вот такая. Потом обновляющая маска для лица шеи с фуллеренами и полипептидами. Мне она очень нравится. Отлично напитывает кожу. Прям восстанавливает, напитывает и разглаживается. Вот мелкие морщинки, что-то такое. Потом я еще делала вот такую вот маску. Это натуральный экстракт там алоэ, с алоэ. В общем-то, у нее такой эффект увлажнения и немножечко, знаете, такой... что ли, вот, как мне показалось, немножко даже какое-то матирование, что ли, регенерация водного баланса произошла, какая-то такая. Но она, такие компоненты у нее такие ядрененькие. Для моей чувствительной кожи у меня на щечках было такой немножко такой, прям такой румянец. Но все, в общем-то, отлично. Так что вот такие маски использовала и еще закончила разогревающую маску. Была она у меня давно. Для моей чувствительной кожи, конечно, такие маски... В общем-то, я просто уже на нее смотрела и думаю, нужно закончить. Я ее в основном делала в душе для того, чтобы вот уже просто она у меня закончилась. Но она действительно обладает разогревающим эффектом. И она гелеобразная, и мне этот эффект не очень-то как-то, знаете, был приятен на моей коже. Следующее, что закончилось, вот такой вот крем покупала в Крыму. Это от Skiffy. Он в стекле, в баночке. Вообще, это у нас питательный крем для кожи вокруг глаз. Вокруг глаз он мне не понравился. Я его вообще измазала, значит, шеей декольте. Вот. Просто закончила, потому что вот что-то как-то у нас с ним для области глаз не срослось от слова совсем. Следующее, что у меня закончилось из серии Lift Expert, Ultimate Lift. Уже такая серия выведена. Сыворотка закончилась. И из этой же серии у меня закончились дневной и ночной крем для лица. В общем-то, вот так вот комплексно воздействовала на кожу лица. Посмотрела все свои запасы, пересмотрела, что мне нужно закончить по срокам годности. И, в общем-то, решила, что вот этой серией буду пользоваться. И как раз-таки ее и закончила. Следующий продукт – это то, что редко вообще в моих вот этих вот видео можно увидеть. Это вот такое средство для сухих и слоящихся ногтей. Мы с дочкой уже давно носим нарощенные ногти, но лаками пользуемся, допустим, на ногах, если у нас нет на ногах гель-лака. В общем, этот продукт Ева Мозаик закончился. Следующее, что вот такой вот бальзам для губ из серии Фукаидан. Открыла новый, потому что это любовь, моя любовь дочери. У нас у каждой свой индивидуальный. Вот в такой баночке. Вначале, когда продукта прям много и он под завязку, наносишь прям вот так. А потом приходится его оттуда уже доставать. Отличное средство увлажнения области губ. Если, допустим, шелушится нос, локти, кутикулы. Я даже его использовала под глазки наносила, тоже мне очень понравился. В общем, продукт это такой эффективный, действенный, повторила. Следующее, что закончились две подводки для глаз жидкие. Я все-таки больше люблю, конечно, подводки, маркеры. Но здесь у меня The One и Giordani Gold. Вот такие вот черные подводочки закончила. Дальше тушь Giordani Gold. Люблю я вот такие вот силиконовые кисточки. И, в общем-то, открыла для себя, конечно же, другую тушь, чтобы красить глазки. Спрей-фиксатор макияжа. Такими продуктами я пользуюсь каждый раз, когда делаю макияж, завершаю свой макияж фиксатором для макияжа. И, в общем-то, он закончился. Из ароматов. Мужской аромат закончился. И закончил его сын, мистер Giordani.
У мужа есть мистер Джордани Аква. Вот этот вот мне, кстати, нравится аромат больше. Он какой-то такой прям интересный для меня. Ну вот, мне приятно, когда пахнет мужчина вот таким вот ароматом. Он прям действительно приятный. Мне кажется, он на любое время года вообще подходящий. В общем, сын молодец, пользуется. Еще, кстати, один продукт из декоративной косметики, который не так давно вышел в компании T&D и оказался моей любовью вот просто. Измазала все до самого донышка. И это у нас пудра. Она идет с зеркалом, с пуховкой. Заказала для себя новую, потому что она мне очень понравилась. Вот видите, все просто до донышка. Я думаю, что же мне напоминает вообще эта упаковка. И вы знаете, я решила, что, может быть, я ошибаюсь, что мне эта упаковка напоминает упаковку пудр-пупы, если я права. В общем-то, она идет в одном оттенке. И это самый светлый оттенок из тех пудр, которые есть в компании T&D. Вот, уже в другой линейке, но это самое светлое, в общем, повторила, мне она понравилась, нравится как на лице, незаметная, хорошо фиксирует макияж, держится, матирует, в общем, довольна я осталась, приобрела повторно. Из продуктов по уходу за волосами закончился у меня шампунь для глубокого очищения кожи головы. Но это, в общем-то, шампунь-скраб. Хотя в нем нет таких каких-то абразивных частиц, которые, сказал бы, вот как мы привыкли, пошваркать, поскрабировать, что-то еще. Нет, очень все так бережно, деликатно. Он черного цвета, с углем. Отлично очищает, подходит как для блондинок, так и для других цветов волос. И если вы пользуетесь много какими средствами, укладочными, средствами для питания, укрепления кожи головы, то, конечно же, нужно кожу головы для того, чтобы эти все продукты, особенно те, которые уходовые и питательные, лучше работали, нужно кожу головы очищать. Если у вас перхоть, в общем-то, то тоже необходимо пользоваться. Я мою таким продуктом на первый раз, когда мою волосы. Вот это у меня шампунь номер один, которым я мою голову. Потом я мою другим шампунем из какой-либо другой линейки. В общем-то, открыла для себя новый, потому что продукт мне этот нравится, я им довольна. Следующее закончилось у меня из серии Leo. Ночное масло для волос. Наношу его по длине, на волосы. Открыла новое, я смотрю, есть в запасиках. Волосы длинные, они, конечно, требуют такого эффективного и какого-то такого более усиленного ухода за волосами, да, нужен. Я его наношу на ночь, но не всегда. Вообще компания рекомендует там мыть голову после, утром уже, но у меня даже нет такого эффекта, оно как-то впитывается, может быть, я не так сильно много наношу, да, что мне хотелось бы сразу же уже на утро мыть голову. Нет, абсолютно нет, в общем-то, встаю, и волосы более такие напитанные. В общем-то, открыла новое. Следующее, что у меня закончилось, и это закончился шариковый дезодорант с ароматом Мисс Джордани. Вот такой вот шариковый дезодорант. Essence Go линейка, и закончился лосьон для рук и тела. Такие лосьончики я люблю, но он такой средней консистенции, то есть не плотный. Баттеры это плотные, а это вот именно такой лосьон. Хорошо впитывается, и открыла новый с другим каким-то ароматом. Это, значит, у нас соль для тела. Грейпфрукт, соль для тела с ароматом грейпфрукта. Это какая-то такая вспененная консистенция соль, такая интересная. Я натираю все тело, ножки, все этим продуктом. Потрясающий аромат стоит на всю ванну. Кожа очищенная, поры очищенные. Мне очень нравится. Конечно же, сначала там гель для душа, потом уже вот пользуюсь солью. Именно прям натираю руками. В спа-процедуре для рук отлично эту соль использовать. В общем-то, мне нравится аромат, открыла новый, для себя тоже такую соль. Дальше, что еще? Из Хайнань Тао закончился от компании T&D у меня гель для душа, мандариновый ликер. Ой, знаете, для меня это запах мандаринов, Нового года, здесь даже какая-то цедра, вот что-то такое. Хорошей консистенции сам гель для душа, не жидкий, отлично пенится, отлично очищает, и, в общем-то, мне вот
серия, вообще эта линейка очень-очень нравится. Я всегда все ссылочки на компанию T&D оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться и также приобретать очень интересную продукцию. Еще у меня закончилась вот такая упаковка от станков, бритвенных станков. Здесь они были по 3 штучки, ну, такой, собственно говоря, расходник. Закончилась вот такое вот натуральное крафтовое мыло с пряный вечер, роза и ваниль. Делают такое в Крыму у нас. Приятный аромат, хорошее кусковое мыло, такое, даже напоминает что-то мыло такой ручной работы. Вот, и мыльце такое получила в подарок, ну, в общем-то, очень классненько. Всегда такие приятные воспоминания, когда пользуешься какими-то продуктами с Крыма, это такие всегда приятные воспоминания, море, солнце, лето, прям отдых, ну, это всегда так здорово, мне кажется. Еще вот такая вот масочка у меня от Батель закончилась, это крем-маска для лица коллагеновая для улучшения контура кожи. Тоже она такая, ну, кремообразная, больше даже гелеобразная эта маска относится, ну, дополнительное увлажнение и дает, как заявлено, улучшение контура лица. Ну, лифтинговая, маска лифтинговая. Значит, что еще? Много продуктов по здоровью. Конечно, как без этого? Красота изнутри – это неотъемлемая часть того, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Поэтому нужно заботиться о красоте своей, это принимать БАДы, пить какие-то полезные чаи. В общем-то, первое, что у меня закончилось, это из программы женского здоровья. Это у нас чай с дудинком китайским, боровой маткой для женщин. Завариваю просто в стаканчике, выпиваю для профилактики цикла, воспалительных процессов, нормализации цикла. В общем-то, вот такой вот чай. Следующий чай у меня закончился также от компании T&D. И это слим-чай для снижения аппетита и поддержания организма во время диет. Также фильтр в пакетах очень приятный по вкусу. Хороший у него здесь очень состав. Снижает тягу к сладкому и как-то так действительно меньше тянет на сладкое, дает активность во время диеты. Напиток с экзотическими фруктами, но не плодов шиповника, барбариса, кукурузными рисами, способствует снижению аппетита, улучшает обмен веществ, избавляет организм от лишней жидкости, токсинов и шлаков. Богатый витаминный состав фруктового чая позволяет улучшить самочувствие, поддержать иммунитет во время диеты. Вот такой вот. Далее, даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, начнем вот как-то так. Мое утро начинается с вишнево-гранатового желе с коллагеном. Пью на протяжении уже многих лет. Насыщаю мой организм коллагеном. Вот так вот много я вам хочу показать стиков выпито. Пью коллаген. Я, муж занимается активно спортом. Коллаген нужен для сосудов, капилляров, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, зрения, для хрящей, для волос, для ногтей. Это продукт. Просто вот встали и нужен он. Встали и нужен он. Вот, вот как-то так. Так что у меня здесь, посмотрите, как много его. Здесь, конечно, еще есть и другие продукты, такие как антистресс. В жизни мы не застрахованы от стресса. И вот такой вот напиток антистресс, который не влияет на вождение автомобиля. Не вызывает сонливости, но, в общем-то, он вас успокаивает, и вы, в общем-то, не стрессуете. Вот такой вот напиток у меня еще тут. Дальше, тут у меня помимо коллагена я пью, если мы уже заговорили про женское здоровье, и много стиков по женскому здоровью. Фитоисточник для женщин, который содержит в себе фитоэстрогены. Вот вы видите, да, сколько вот я тут нахожу пакетиков. Фитоэстрогены, в общем-то, работа именно это на гормональный фон, да. Также этот продукт вообще поддерживает гемоглобин и повышает гемоглобин, если у вас гемоглобин в плохом состоянии. Вот, пожалуйста, фитоисточник для женщин. Посмотрите, сколько у меня здесь его много. И если просто его вот так вот доставать, он все прибавляется, прибавляется, прибавляется. Знаете, это для меня такой как энергетик, я бы так сказала. Если какое-то такое разбитое состояние, какое-то такое не очень хорошее самочувствие, вот этот продукт делает просто свое дело. И ты просто
заряжаешься, подзаряжаешься, как батарейка, чувствуешь себя просто отлично. Вот продукт очень классный. Также здесь у меня пребиотик. А пребиотик — это работа кишечника. Конечно, я вам все это сниму, покажу, и все это уже будет утилизировано. Вот, посмотрите, так много пребиотика. С утра натощак, первый стакан воды, который я выпиваю, я добавляю туда пребиотик для нормализации и работы кишечника. Это насыщение работы кишечника. Кому можно такой и нужен продукт? Всем. Дети, подростки, беременные, кормящие, совсем маленькие дети. Дети, взрослые среднего возраста. Чего я стресс вижу? Нужно свой организм насытить бактериями. Если у вас слабый иммунитет, если вы часто болеете, если вот кто-то заболел, и вы уже все цепляете, вы понимаете, что иммунитета просто нет. А иммунитет — это кишечник. Вот. И, соответственно, нужно заниматься кишечником. Наполнить полезными бактериями, бифидобактерии, бреви. И потом в дальнейшем мы уже, значит, свой организм, нужно эти бактерии, чтобы у вас в кишечнике прижились. Это процесс такой, действительно, это работа. Для этого есть компания Тиандэ кисели. Потом мы пьем кисель. Бактерии, те, которыми мы утром заселили, на завтрак мы пьем кисель или в течение дня. Эти бактерии — это питание для бактерий, чтобы они прижились в вашем кишечнике. Плюс к киселям, они у нас есть разного вкуса, да, я добавляю клетчатку. Клетчатку — это растворимые и нерастворимые волокна, это для работы кишечника, потому что наш кишечник должен хорошо испражняться, чтобы на стенках кишечника ничего не застаивалось, не оставалось. Вот нужны волокна. Поэтому здесь у нас клетчатка содержится, растворимые и нерастворимые волокна. Вот, посмотрите, как много выпито, потому что работа кишечника очень-очень важна. Дальше, что еще? Давайте по БАДам пройдемся. Что я... Вообще мы тут с мужем, с детьми выпили. Витаминно-минеральные комплексы пиалянь-фусин. Значит, пиалянь и фусин отличаются немножечко своим составом. А так все одинаково. 30 по 30 таблеток и по одной таблетке в день. Насыщаем свой организм витаминами и минералами. Также от компании Тиандэ. Выпита биологически активная добавка. Это комплекс для глаз. Здесь содержится у нас таурин, аминокислота, сердечно-сосудистая система, зрение, сосуды, капилляры и мочеполовая система. Необходим таурин организму. Это аминокислота. Выпит БАД фукаидан. Это антиоксидант, астаксантин для вашего организма и сборы водорослей, фукозы. Ваше долголетие — это и сердечно-сосудистая система, это также на работу иммунитета, для повышения, это борьба со свободными радикалами, которые, в общем-то, усугубляют все состояние организма. Поэтому он не дает им развиваться на клеточном уровне. Дальше у нас БАД глутатион, это также у нас аминокислота, которая необходима организму. БАД, который также работает в поддержке иммунитета, для повышения, в общем-то, иммунитета. И если вы заболели, при первых признаках заболевания пьется уже там двойная дозировка по протоколу и убираются все признаки заболевания. 2 дня, и вы просто супер. Дальше у нас чага и мумиё идет в поддержку иммунитета. Чага — это также отличный для иммунитета. Не могу сказать, что это у нас не иммуномодулятор, это никак. Это продукты, которые именно кислоты, значит, витамины, которые именно для поддержания своей активности, чтобы сам организм работал, боролся со всякими инфекциями. Так, дочка выпила комплекс омега-3. Вот такой вот. И еще выпит БАД кальцимарин комплекс. Я пью по вечерам, муж пьет. Потому что когда занимаешься спортом, то необходимо... А женщинам после 40, так вообще особенно кальций, необходимо на постоянной основе. Я пью по 3 капсулы в день. Мне такой баночки хватает на месяц, здесь 90 таблеток. И насыщаю свой организм кальцием. Вот. Еще из БАДов выпито...
Виноградная косточка комплекс – это у нас такое тоже антиоксидантного действия для сосудов, для капилляров, для работы головного мозга. Грецкий орех – это антипаразитарное действие для организма и поддержка печени, расторопша. Вот, это вот, если я тут не запуталась, что я вам показывала. Использовали такие вот ежедневки от компании Тиандэ. Они на травах, это такие фитокомпрессы, которые содержат в себе такой состав, который просто является таким компрессом для вашего женского организма. И плюс как гигиеническое средство, которое сделано из компонентов, в составе которых вот нет ничего такого, чтобы там создавал вам парниковый эффект, размножение бактерий. Это просто здесь все исключено. Дышащие, классные, немножечко разные по размеру, чуть-чуть по толщине, но прям комфортные, клевые, не травмируют белье. В общем, отличные. Кто пробовал, все знают, что этот продукт просто супер. Ну и, конечно же, когда мы заботимся о своем здоровье, нужно еще, конечно же, обращать на ту бытовую химию, которой вы пользуетесь. Значит, стирая одежду, вы ее потом одеваете, вы где-то спотели, у вас тут же поры, где-то это все высохло, впиталось. Ну, понимаете, что, то есть, это вы дышите, это все. И стирать нужно правильно. Правильными продуктами. Это у нас без фосфатов, без хлора, без парабенов. Жидкое средство для стирки белья цветного, черного, любого, белого, вообще. Подходит для ручной, для машинной стирки. 30-60 градусов. Идеально стирает, даже не требуется никакой кондиционер. Приятнейший аромат. Отлично выполаскивается, подходит для аллергиков, астматиков, для людей, у кого там какие-то экземы, другие проблемы с кожей. В общем-то, идеальный продукт, прям классное. Конечно же, открыла новое. Ну что, вот так вот, столько, много всего сегодня закончилось, что я вам хотела показать. С огромным удовольствием сняла это видео для вас, поделилась с вами всеми этими средствами. И, конечно же, буду рада вашим комментариям, что пользовались, чем пользовались вы, какие получили результаты. Буду с вами прощаться, обнимаю вас очень крепко, целую, говорю до новых встреч на моем канале.